Так, ошондо бизде балкон для строителей өттү. Основной балкон для строителей. И калгандар бизде могу Г калды. Г опалубка. Балкон для строителей маленький, сырттагы. Бул экинчи вариант, ошо балкон для строителей тоже. Вот. Ошол нерсе калды. Г да өзү бөлүнөт. Так. Мол, Г анан балкон для строителей дегенде башында концептуальный вариант жасалган эле. Андай. Азыр эми детальный вариант жасалат. Ар бири чтобы чертежго туура келсин деп. Полностью ковкалар.